И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, кто-то, Марк Мир и Эрорка. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, скажите здрасте. Всем привет. Здрасте. Привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А у нас рубрика «Какой аниматроник самый крутой?» Первый у нас Эндотрап. Так, что он может? Он может ходить. Он может ходить назад. Он может ходить вперед. Он может ходить в бок. Он может ходить в другой бок. Классное он описание. Может он может как отжиматься, упал, отжался. А ну-ка еще разок. Как-то странно он падает. А какие у него есть режимы или что он может? Звуки издавать конченые. Режимов нет, но есть музыка. Так, погнали. Ой, прикольно. Сразу стоп-саунд заготовим на всякий случай. Да-да. Мне понравилось, дальше. Да, он может ползти, а именно артефактами. Очень странно, мне кажется, этот пилпак еще не допилили, но уже смотрится очень классно. Как-то руки в боки. А ну мочи. А ты меня не убиваешь. А, убиваешь, убиваешь. Все сходится. Так, я понял, какой у него скример, просто шипение. Так, следующий у нас кто идет? Игнайт Спринтрап. Он, у него есть вторая фаза. Такс. Ну, типа, фаза ярость. Как-то он странно ходит. А чё он такой, это наш так? Я с работы так иду. Побежал, побежал, побежал. Ну, средняя скорость. Пойдет. Нифига себе средняя, нормально, он быстро бегает. Может ползти. Знаешь, что я тебе хочу сказать, что этот пилпак вручную сделан. Эта анимация, ну, некоторые прямо классно сделаны, я их нигде ни разу не видел. Особенно вот в эту вот. Когда он ходит, и голова так как-то назад, и руки за спину. И ноги дрожат, когда ты идешь. Так, у него есть какой-то другой режим? Нету? Ну, прикольно, махает. Начальный есть, и все. А он на контрол что делает? А, просто за бошку держится? Воу, прикольно, ну еще раз нажми. Он фу, блин, он показывает, что у него под маской. Там просто как-то кишки. И звук такой прикольный. А ну мочи. А ну что, давай. Он умеет издавать звуки и в первой стадии, и во второй. Да. В первой он смеется. Так. Во второй уже музычка есть, страшная. Давай. Ну это какие-то не, скорее всего, звуки, не музыка. Ну. А вот, я слышу. Пошла. Они у всех музыки такие, знаешь, нагнетающие, хоррор. Так, мы да. Поняли, скрипки какие-то там упашат. И на этом он исчерпывает себя. Следующий у нас Найтмэр. О, кстати, там картинки нету и не знаешь, какой будет. Какой здоровый. Эй-эй-эй, легче, легче своими клешнями. Иди сюда. Прикольно. Умеет быстро бегать. Ну, довольно быстро, да. Очень быстро бегает. Он страшный. Не, мне кажется, они бегают одинаковости. Воу, круто, ребята, вообще сильно. И глаза так вертятся. Опа, и накидывают маску, как очки. И умеет мочить. Давай, мочи. Ну-ка. Не мочь. А, в притирку, наверное. Он не мочит. Нет, это он замочил. Все, есть, есть скример. Шипение. Так, дальше кто у нас? Я не знаю, кто произносит. Скорч трап. Правильно? Okay. Ну верно, да. Да. Скотч трап, во. Так, руки нету у него. И еле-еле из-за этого ползет. Такой черный весь какой-то мужик. Он, наверное, сгорел. Видимо, авто на твое получается похож. Да, он, наверное, походу сгоревший. Побежал, побежал. Кстати, у всех звуки, когда бегают, разные. Ты заметь, когда он бежит, у него маска открывается. А ну-ка. Да, еще раз посмотрю. А, да-да-да-да. Ребята, не забываем подписываться, ставить лайкосики, ролики выходят каждый день, мы стараемся. Так, он, сел. Вторая стадия, это садится. Как просто, у него ноги похожи на ласты. Прикольно. И чё? О. Круто. Прям громко говорит так. Все? Да. Мочи. Забыл. Обстоятельства, давай. Нет, он не мой. А, не, он мочит, но они как-то не сразу, да, убивают? Так. Дальше идет Синистер Спрингтрап.
Блин, он такой крутой. Ты посмотри, что он сейчас будет делать. Так, смотрим. У него на одной руке такие пальцы, это очень стрёмные. У него зубы есть на внутри, посмотри. Угу. А ну ходи, такой звук классный, когда он ходит. Да, слышите, прям на всю пиццерию раздается. Его ре... А ну стой, а ну ходи, я отсюда услышу тебя. А ну ходи, ходи. Нифига себе, тебе слышно в офисе, как ты ходишь. Бегает очень быстро. А ну. У-ху-ху-ху, Формула-1 отдыхает. А что такое быстро? Это как это вообще, как знаете, босс. А сколько у него жизней? 10 тысяч. У всех по 10 тысяч, да, было? Да-да-да, у всех. Потому что многие могут потом написать в комментах. Ребята, не забывайте еще в комментах написать, какой аниматроник больше всех вам понравится. Ну, я думаю, что... Пока мне этот больше всех нравится, этот крутой. Воу, прикольно, когда мочит такой звук. Вот так, это, уже другой сидит. У него есть три стадии. Первая это вот такая, полусидящая. А как его зовут? Спринг Скрэп. Спринг Скрэп. Да, можно и так. Погнали. Умеет вот так вот шевелиться. Это как дурачок. Угу. Умеет издавать музыку. Крутая музычка. Дальше. На пробел ничего не делает. На control тоже ничего не делает. И умеет превращаться в третью стадию. Опа. И также у этого аниматроника есть такая фигня. У него есть таймер убийства. То есть, если ты никого не убьешь за определенное время, ты просто-напросто отключишься во вторую стадию. И сколько так надо сидеть в этой стадии? Ну, где-то примерно 10-20 секунд. Блин, я уже придумал режим с этим аниматроником. Ну ладно, не будем спойлерить. Так. На F ничего не дает. На пробел тоже. Ctrl. Во, можно Ctrl садиться может... в этом режиме. Да. А ты можешь на нем ездить в этом режиме? На жопе нет. Ездить, нет? А, блин, было бы прикольно. Так, и чё, и всё? А звуки какие-то. Кстати, обрати внимание, у него крючок. Это чё, Фокси, что ли, украл он? Это... У него, кстати, есть части от Фокси. На руке, на ноге. Часть мангл прям в животе. Да-да-да. И чем-то вот проблюдается у него на ноге, как у Scrap Baby, есть такая штука. Бегает. Побежал. Быстро. Ого. Такой звук классный издает, когда идет. Тебе надо там, короче, подсмазать немножко. И рука так болтается. Чё, мочи. Офигеть. Ну, скримеры офигенно. Оп. Такой добрый. Ля-ля-ля. У него ноги от Фредди. И смотрите, как он ногой делает. А я стою, смотрю на вас. Это часть Фредди у него верхняя, да? Чё такой добрый? По сравнению с теми, он такой добряк. Такой новенький. Прикольно, как я смеется. Умеет музычку издавать. Да, добрую такую. Не злую. Ну, потому что это только первая стадия. Так, а ну давай показываю дальше. О, посмотри, как он ходит. А я иду, гляжу по сторонам. Это, кстати, добрая стадия. Да как охранник он такой. Так, как... А давай злу... Опа! А я бегу! Так прикольно, легкий бег. Куда мы бежим? О, смотри, вот это уже он какой-то, он злой немножко. А ты можешь звуки издавать в этом режиме? Воу, головой не крути. Круто. Музычка уже довольно нагнетающая немножко стала. Ну да. Умеет вот так вот откидываться. О, а ты можешь ходить в этом режиме? Нет. Блин, было прикольно, если бы ты еще ходил, как вот тот аниматроник. Это типа статичный режим, починить его там, допустим, или что-нибудь. Я понял. Во. Умеет очень быстро бегать. Ну нифига себе, он псих. А сколько у него тоже 10 тысяч жизней? Да, у них у всех 10 тысяч. Все, ну а вдруг, знаешь, там на дурачка. Кто-то там на ремонты делает. Так, что дальше? О. Мочить он может вообще? Да. Мне кажется, он и мочить не может. Нет, он может, только у меня что-то. Не, он добрый, он не может. О. Во, прикольно. А ну давай еще раз, тут ты меня не убил. Все, замочил, есть такая буква. А есть. О, вообще классный. Вот этот вообще самый. Ой. Такой добрый. Ну не злой. Бонни версия 9.
У него есть небольшая пасхалочка, но это немножечко дальше. Умеет дрожать. Прикольно. Значит, как девочка хочет. Стоит. В туалет хочет. Угу. Вот. Звуков не умеет издавать, я так понимаю. Да, не умеет. Умеет просто ходить. То есть тоже, первая стадия — это добрячок. Такой классный, да, проходняк. И есть у него, то есть у него три стадии. Вот она вторая. Во, у него, кстати, глаза поменялись. Это уже, получается, злой он стал. Эй. У него внутри там этот фиолетовый парень, походу. Офигеть, слышите звуки? Просит помощи! Внимание, уши. Классный звук, мне нравится. Угу. Умеет издавать музычку. Ту же самую, что и скрэп спринтрапа. Такая тревожная. На контрол он ничего не умеет. Ползти тоже не умеет, но я с ним пенен труп. И может переключиться в третью стадию. Нифига себе, он вообще другим стал. Это уже спринтрап. Круто! Крутецки просто. Умеет ходить. Чё еще? Умеет также ползать. Но неудачно. Неудачно ползает. Умеет бегать. Очень быстро. Побежал. И, кстати, руку опять вперед вытягивает, как бы за шею схватить хочет. Посмотри на меня сейчас же. Так, из всех мне этот больше всех нравится. Как его зовут? Это Спрингтрап. Его нет в получении, но его можно только получить через Спрингбонни версия 9. Понял. Во. Ну чё, а ещё там умеет... ушастый? Умеет убивать. Ну мочи. Да, есть такое. Есть Спрингтрап. Он немножко другой. Он умеет вот так вот ходить. Я вижу, он ногу тягает за собой. Умеет вот так бежать. Как-то нереалистично он бежит. Ногами машет сильно, а бежит еле-еле, как в мультиках. Согласен. Нифига себе, музычку лупаши дальше. Умеет издавать, не знаю, дыхание, наверное. Да это себе знать, что вот я уже рядом. Жди смерти. Да. И умеет ждать. Присядь, посмотри. Так, рассказывай, что там было дальше? Ну, даже не знаю. А ты можешь, Лё, и все, у него есть еще какие-то возможности? Может, ползать. Я просто хотел проверить, можешь ты лежа убивать? Может. Да, просто может. Всегда было интересно, мы лежа как-то не мочили раньше никогда. Дальше... Style the Springtrap. Такс. Просто обрати на него внимание. Он очень деревянный какой-то, такой пошарпанный весь. Очень-очень такой старый, кажется. Звуков не издает, к сожалению. Да какие звуки, там уже в нем ничего нет, все поломало. Поломалось. Умеет ползать, умеет лежать. Умеет быстро бегать. Ну не так быстро, как те другие. Согласен. Ну быстро. Короче, заметил, они только вблизи бьют, на расстоянии не хотят. И последний. Wizard Springbonnie. Он... Крови. Да, весь в крови такой пошарпанный. Дырявый весь какой-то. Видно, что прошел войну уже жесткую прям. Одни ноги зеленые, вверху желтый весь. Умеет сидеть. Прикольненько. Зато прикольно поплюхается. Угу. Аж глаза закатываются. Умеет быстро бегать. Так. Нет, я считаю медленно. Да, это очень медленно, это не быстро. Ну, как-то так. Обычный человек от него смеется. Мочи сказать. Меня. Не? А чё, давай вот так в притирку. О, только вблизи, на расстоянии не бьет. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кэт Макс и очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. У нас новая рубрика «Какой аниматроник настоящий?». Кэт Макс, поздравайся. Всем привет. Я придумал так, что мы поставим очень много NPC, и есть такие же у нас в точь-точь пилпаки. Определи, где настоящие, где нет,
будет, наверное, очень сложно. При этом мы будем брать в руки камеру. Видите, ничего не видно, ни ника, кто это ходит. Всем сделали по одному хп, и с посрача я смогу вырубать, если это человек. Вот так вот. Видите, этот не бьется, потому что это не настоящий. А настоящего... А ну, Кэт Макс, подойди ко мне, я вырублю тебя, покажу, как это выглядит со стороны. Во, смотрите, хоп, все, я угадал, что это человек, и он будет со мной ходить и их искать. Если пьете и кушаете, приятного аппетита, а я немножко улечу, чтобы не видеть, где они там ходят. Так, все, вообще не видно никого. Давайте, ребята, даю 10 секунд слиться с толпой, и мы будем начинать. Все, я надеюсь, уже можно идти, спускаться со ступенек, модным быть. Наверное, будет очень сложно угадать, где кто ходит. Но если кто-то будет shift нажимать, сразу будет видно. И я их буду палить. Вот, смотрите, идет челик. Вот он, как вы думаете, настоящий или нет? Уже пора кого-то вычислять. Вот, я вижу, вот это вот настоящий человек ходит. Нет, не угадал. Вот, тоже нет. А их так много? Они с первого раза могут не вырубаться. То есть именно подходишь, ты можешь промахнуться. Надо прям специально нацелиться на них. А-а-а. Я слышу, как я бью. Я слышу. Вот. Блин, видите? А вот это вообще нельзя ударить. Блин, непонятно. Вот мне кажется, сюда человек ходит. По-любому ходит человек. Есть, я угадал. Давай, теперь ты. Показывай. Как ты думаешь, где ходит не настоящий? Вот, да? Или не? Прикольно, мы придумали. Когда вычисляешь аниматроника, построча бьешь. Угадал. Так, ну надеюсь, кто-то будет вообще здесь сильно замаскирован, и мы его никогда не вычислим. Так, они друг в друге застряли, мне кажется, это не настоящий. Вот, смотрите, ходит. Давайте подумаем. Так, идет. Куда он идет? Если он резко повернет, не... Вот, смотрите. Непонятно. Как думаешь, это человек? Давай попробуем. Нет. Ну. Нет, постарач не прописывается. Откуда тут солнце светит? Прикольно. Один лучик от солнца. Непонятно. Все ходят и лупят центральных. А где, наверное, где-то... Если я буду прятаться, я буду прикольно. Я буду где-то шкериться за углом. Или в дом забегу. Вот, мне кажется, вот этот человек начал ходить. Вот прям видно. Нет. Вот, Чика ходит. По-любому. По-любому человек. Нет, не настоящий. Искусственный. Давайте в центре соберемся карты и посмотрим, сколько нас. Так, раз, два, три, четыре... 3, 4, 5. Еще 6. Так что мы никого... Мы уже всех нашли, что ли? Ну да. Кого вы ходите? NPC ходите, бьете? Так, давайте, кого я нашел самого последнего? Так кого вообще нашли? Меня нашли в таком. Так, акула, тогда улетай. Улетай за карту, мы скажем, когда тебе идти сюда. Все, он скрылся. Пацаны, берем, сливаемся с толпой. А я еще поставлю парочку штук. Нет, вот эти всегда, они жесткие какие-то. А, это тот же самый. А что другие не берутся? Создать с помощью... Ага, все, я уже вижу, FPS начинает немножечко падать. Ну, мы их поставим очень много штук. Так, я скажу, когда акула, еще не лети. Еще рано. Очень рано. Вот, это вообще мы сильно сделали. Пилпак. Так, давайте, наверное, возьмем все-таки вот этого челика. Так, акула, я тебе сейчас скажу, когда можешь вылетать. Все, можешь идти искать нас. Так, я слышу, как он уже лупит пацанов. Так, тут вообще столько NPC ходит, как у себя дома. Так, давайте будем наблюдать, как он лупит всех посрачами. Так, слышу, лупит. Так, нашел тигра. Так, я вижу, где ходит тоже настоящий челик. Пошел. Вообще не палевно. А не, хотя ты, наверное, NPC был. Я слышу, как он лупит их. Так, там эти аниматроники проломали ворота. Так, нашли еще одного. Так, идем. Так, я вижу, где человек ходит, я вижу. Пацаны, кого там нашли, кого не нашли? Меня еще не нашли. И меня не нашли еще. Я хожу.
А, вижу, пацан бежит, 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 бежит. Так, хочет кого-то ударить с посрача. Классно, что я поставил много вот этих Фредди медленных. Они вообще так беспалевно ходят. Особенно вот этот медленный, вообще желтый. С поломанной... А, у меня тоже поломанная рука. Он так медленно ходит. Надеюсь, ребята, вам эта рубрика нравится. Вы поставите лайкосик, подпишитесь на канал. Потому что я всегда пытаюсь что-то новенькое придумать. Надеюсь, эта рубрика вам зайдет. Будем ее частенько снимать, просто на разных картах. Ходят, ходят, лупашат. Так, камера в руках, что было обязательно. Так, чика не настоящая. Так. Кэт Макс, тебя нашли? Да, меня нашли. А, ну ищите теперь настоящих. Непонятно, кто настоящий здесь. Так, надо посмотреть, как Фредди реально ходит, а то я, наверное, палюсь немножко, да? Ха-ха, только и слышно, с разных сторон построчи летят. Лупаш, лупаш! ФПС немножко проседает. Давайте удалим парочку штук. О, отлично. Давайте гуляем, гуляем, гуляем. Кэт Макс, я забыл тебе сказать, чтобы ты мне жизнь убавил на 1%. Это прикольно. Можно вечно так играть и издеваться над вами. Пацаны, давайте, кого нашли, идите на центр, я посмотрю, сколько вас. Вообще классно, не вообще не палюсь, просто иду себе и все. Ай, нашли! Да ладно! Так, кто еще остался? Все в центр заберите, соберите. Да, давайте, может опять всех нашли? Так, раз, два, три, четыре, пять. Так, пацаны, теперь мы можем брать админские пистолеты, а он может нас убивать. Все, ты можешь нас убивать. Только не так, что сразу всех скосили. Димас. А чё не умирает? А, умирает. Ребят, берите админские пистолеты. А, они не могут брать, тогда будем мы, Кэт Макс, с тобой вдвоем. Так, будем выносить потихоньку, искать его. По-любому где-то тут ныкается. Надо всех убить на карте. Так. Вынести всех, пацаны. Пошла миссия. Ой, я кого-то из пацанов убил. Извините, обстоятельства. Так, давайте вообще что-нибудь жесткое сделаем. Сейчас. Атомная бомба? Нет. Ах ты скромный мужичокс. Буду мстить. Тут еще аниматроники по карте все бегают. Пацаны, убегайте. Бум. Неа, не убило. На рабочий стол. Не на рабочий стол. Вот это ярко на улице, очень. О, тут дамажит, только не сильно. Че, живые остались? Хорошо, пацаны, собирайтесь на центр. Я вам покажу еще одну бомбу. Как ее активировать, надо будет... Только я скажу, когда в них стрелять. Короче, надо в нее будет пострелять, и она взорвется очень сильно. Сейчас, 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 есть у меня. Вот она. Да, только, пацаны, я скажу, когда активировать ее. Мы всего взорвем. Ой-ой-ой, пацаны, я не знаю, вылетит горизмот или нет. Ну, что, давайте, стреляем хоть по одной какой-нибудь. Бум. Вот такую вахханалию люблю делать. Воу, это все бомбы сейчас взрыв... Ух ты. Ты что там сразу, просто моментальная смерть. Это однозначно лайк. Пацаны, вы что-то видите? О, я вижу кого-то здесь. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Серега и Енот. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, накачали много классных аниматроников. Не смотреть, какой же самый страшный. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Ну что, Серега, давай. Это у нас как называется? Из какой части? Это с FNAF 2, сгоревший Бонни. Блин, он такой... Какие у него способности, покажи. Ползать. Ползать. Назад. Ногой дрыгать, да? Телепортироваться, не становиться невидимым. Ну, да. В общем, полноценный нога.
52 тысячи жизни. У него скримеры есть интересные или нет? Давай. А ну. Ух ты. Головы не было, видел? Да, на меня напала чисто нога, короче, с туловищем напала. Оу, мне нравится. Далее идет одноногая Чика. Она, кстати, крутится, видел, Димас? Она, короче, так вот туловище меняет места с головой, понял? А, ну два подождем. О, смотри. Офигеть, она перекручивается, это получается. Это твои способности, да, на F и на пробел? Нет, это просто анимация стойки, наверное. Еще... А если ты присядешь? А если ты сядешь, что будет? А я присел, ничего не происходит. Чуть-чуть. Да, на контур не работает, да? Давайте посмотрим скример ее. Давай, давай. Ух ты! Как муха. О, она так башкой дрыгает. Оп-оп. А ну, Серега, дай я рассмотрю, стой. Поблизи. Поблизи. Она такая чисто сгоревшая. Ткань какая-то натянута. Это мы когда атомную бомбу взрывали, Димас, вот что от аниматроников осталось. Да-да-да. Так, давай, Серега, дальше. Дальше, ну, однорукий Фокси. Ого! Прикольный. Акробатические трюки выполняет. А вот смотрите, когда я нажимаю присесть, он что-то делает. А, он что-то в зубах ковыряется. Нюхает крючок. Да, проверяет на зубок, короче. Так, невидимый. Дождь, невидимость. Так. А, ну понажимай, может звук какой-то правой кнопкой издает, или там пробелом. Не, нажимаю, ничего. Умеет. Умеет телепортироваться. Давай, да, скримеры смотрим. О, он меня крюком бьет. На! Прописал. По щам мне. Писал. Давай следующий, а? Далее, поломанный Фредди. Красава. О, блин, у него вообще глаза нету. О, может быстро? Как червяк Джейми какой-то. Он это, да, так, как червячок. Так, оп, у так, него, смотри, Димон, волнами. Глаз нету, просто там дырка в голове вообще. Да, и это пуля его пробила жесткой такой. Так, а что он присесть, если он присядет, что будет? Ну вот, ложится. А, он просто лег, да, полежать. У него даже провода, видишь, висят, как терминатор, да, когда да, умирал, да. Так лез. Так, ну вот, давайте да. Посмотрим скримеры. Давай. О-о-о. Ну а такой себе. Кстати, кажется, как будто он стоит на самом деле. Угольный какой-то челик. Да, чисто уголек. Чисто давай поржать. Далее так. Идет с ФНАФа третьего пилпа кошмарный. О-о-о. Я не знаю, мне смеяться громко. Подожди, Серега, только не убивай. А ну стой, вообще не двигайся, просто я давай рассмотрю. У него, кстати, смотри, руки какие, как у Слэ. Я не знаю, какие руки должны быть. Он такие. Похож на SCP. А попробуй пропеллером поиграть своим. Умеешь на там... Не-не-не-не, там пробел, либо F нажимай, там что-то должно быть, не? А, он смеется, слышишь? Ох, у него жуткий смех, конечно. Ах ты, блин, Серега, не ожидал. На щелкунчика. А ну еще разок меня жахни. Знаешь, как щелкунчик, только версия уже ожирения, понял? Знаешь, похож на какого-то этого Квазимода, такой горбатый. А, да-да-да. Тоже может становиться невидимым и телепортироваться. Так, у него жизни меньше. Балунбой смотрите, съел какое-то животное, у которого когти очень большие. Ребята, смотрите, пропеллер крутится. Когда я бегу. А, прикольно. А на шифт тишь. Не, нифига, топливо закончилось. Медленный, да? Это, короче, этот пра-пра-пра-дед Карлсона. О, Чика. Ну-ка, присядь, что он будет, если присядешь? Так, она такая, так, знаешь, уютненько села. О, ну, это как она официантка. Стрёмная. Она на официантку похожа. Она такая подёрта, у неё, смотри, вот этот слюнявчик весь такой в говно порванный. Ну-ка, если ты просто встанешь. О, она что-то говорит. Видишь, поднос держит. Видишь, она вот так вот привыкла, что поднос да, держит. Да-да-да, подноса дайте, нет. Дайте чаевые официанту. Нет, друг. О, озвучка прикольная. Да-да-да, она ещё что-то говорит нам. В общем, нормально, давай, скримачок. У тебя на правой ноге пальца нет. Блин, такие а громкие ну. Скримеры. О, нормик пойдет. Давай-ка. Ребята, а в конце ролика вы напишите в комментарии, какой самый страшный аниматроник для вас показался. Далее да. Идет починенный Golden Freddy. Починенный? Да. А что ты внизу держишь? Челюсть, которая захочет закрыться? Смотри, он ее как, знаешь, выравнивает так вот. Мне аж знаешь что, он, короче, честь отдает и равняет челюсть. Очень странно. Мне кажется, он просто чинит. А, не, нормально. А присядь, ну-ка. О, Дима, представь, сколько новых аниматроников теперь у нас для пряток, для Смочилова.
Он кстати, музыка поет. Крутая, да-да-да. Давайте-ка выключим музычку. Я тоже, Димон, выключил. Все, давай, пугай нас. Боум. Он держал меня и ел в это время. Он да, съедобный? Давай. Далее идет. 40 мангу. Тысяч жизни. Ой, о! Это что, это манго? Она очень смешная. Блин, ну это жесть, она получается... А ну стой, не шевелись, я просто посмотрю. Это карликовая манго вообще, очень маленькая. Кстати, у них жизни у всех разные, то 40, то 23 тысячи. Надо будет, Димас, еще проверить потом, знаешь, что? Посражаться, короче. Надо будет повоевать, чтобы это... Выяснить, какой аниматроник самый сильный, не вас надо будет проверить. Да-да-да, это в следующей серии. Ребята, если вам нравятся такие рубрики, ставьте лайкосик, и мы в следующей серии запишем, какой аниматроник может... Там просто битву возьмем, там, запилим. Да. Мы что-то придумаем. В следующей серии и самый быстрый, и самый сильный. И самый вообще. Страшный. И еще и прятки с ними запишем. Но. Вообще. Но если поставить лайкосик, правильно, Димас сказал. Ты как прикольно бегает. По звуку можно определить. Ух ты, две головяшки. О! Она такие звуки еще противные. Да. О. А как это называется штука? Марионетка. Репер марионетка. Только не убивай, я хочу рассмотреть тебя. О, офигеть. Она может застыть. Как... О, класс, так и будь. Да. Знаешь, что у вас похоже? На спрута, короче. На грязь какую-то вонючую. На... О, это жена Бенди. Слендера. Не, не жена Слендера. Это жена Бенди. А только в такой позе может застыть или еще в какой-то? Да. Она так какие-то звуки вот, стоят. Прикольно, о. Когда ходит щупальцами шевелить. Да, интересно. А она проигрывает свою эту музыку марионеточную. Так это марионетка, да? Да, 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 да. Да я знал, просто проверял, знаете ли вы. Правда, она только в мазуте испачканная. Смотрите, как бегает, смотрите, как бегает. Она может невидимо телепортироваться там? Да. Опа. Оп. Звуки издает. Крутецкие. Все, давай, Серега. На меня. О-о-о, она еще башку покручивает немножко. Так, давай, давай. Дальше идут с FNAF 3-го. Давай. Spring Trap. Навехенький. Только он какой-то... Не, он знаешь что? Он высокий. Смесь нового и старого, знаешь, немножко как-то это переделано что ли чуть-чуть. А чего у него внутри там? Красное. Ноги Фокси, это потом торс от... Старого этого спрингтрапа, а верх от нового спрингтрапа. Вообще что-то солянка какая-то. Да прикольный. Кишочки внутри. А ну Серега, иди сюда на свет. А тут и так светло вроде нет. Да я так просто смотреть, как анимация ползения у него. Вот так карабкается как нет, знаешь, неестественно. Угу. Нормально, пойдет, только ускорено вроде бы. А что там эмоции какие? Ого, он быстрый, ничего себе. Эмоции. Ctrl? А, Ctrl ложится. Только шипит и все. Ого, ты псих. У него пальца нет, смотри, Димон, среднего. А, не, указательного. Да, нормально. Это среднего. У него ласты, кстати, а не ноги. Нифига что себе. Пугать? Давай. Давай. На-на, о, прикольно. Он там типа на стуле сидит и башкой качает. А ну еще раз я хочу посмотреть. А ну испугай еще раз принтрапом, она. Ну, стула не видно, ну да, полы такие деревянные. О, кстати, у меня сейчас это шипение нету, я могу рассмотреть. Во, Дима, смотри. Офигеть. Смотри, кого Серега поставил. Фантом Фредди. О, ну-ка, я знаю этого. Такой, как будто он тоже старый, затертый в говно. А если ты просто вот нажмешь на Ctrl и будешь идти, что будет вот так вот? Если не, невозможно, он просто стоит, он не может. А идти. Если ты будешь просто идти, вот иди просто. Ну вот, я шел, сейчас нажал Ctrl. Иду, нажимаю Ctrl. Он останавливается. Эмоции какие у него интересные. О, классные звуки. Димас, он залетел. Ты что, летаешь, алло? А на носочки становится. На носочку, да. Кажется, чуть-чуть... О, прикольно. Красивый, да? Красавчик. Болотный немножко. О, блин. А? На головой дрожит, руками трясет. Лапы у него здоровые, как медвежьи, даже а больше. Мне... Я бы сказал, что мне нравится, но они просто крутецкие. Знаешь, как у клоунов в цирке такие большие лапы, знаешь?
О, Фоксюхин без лап, без рук. А его этого нету. Знаешь кого? Крюка. Сперли крюку. Че, поломили? Да, поломили, ёлки-палки. Так, что он может? Невидимым. Ну, у него зубы 50 тысяч жизни. Так, такие же звуки. Офигеть, он красивый. Кстати, а у Фокси должен быть хвост или не должен? Нет, а да, должен быть. Откусили, значит, хвост, оторвали руку. Было бы немножко так прикольно, бы вместо руки хвост, а вместо хвоста рука. Мастер-самоучка сделался. Его угорал жестко бы. Давай, Серега, пугай. На! Ух ты, головой прописал! UFC играл, что ли? Алло. Блин, ну это, кстати, жестко делает он. Давай, следующего. Ребята, ну это просто, я не знаю, это жесть. Это скраббейт. А что с ней? Ну просто не делай анимацию, просто ее рассмотрю. Нифига себе, вот такими ножничками, гоп, и сразу... И нет человека, можно два человека сделать с одного. Она, значит, как бабулька скраббэйби, короче. Да, она как будто старая такая, знаешь? Да, да. Наркомани! Она поднажимай, она должна что-то говорить. Нажимаю, ничего не говорит. Она только пасть открывает и машет своим этим. Понял. Она клешнями своими машет. Да-да-да, клешком. Давайте, давайте пугать. Давай. О, прикольный скример. А тут она, кстати, более-менее накрашенная. А ну давай еще разок, хочу еще посмотреть. Она накрашена, видишь? Да, крутецкая. Более красивая. Прикольно у нее сандали, да, закрученные на краях? Мне нравится. Да. Это как у этих шутов. Не, есть такой мультик. Сандали-скороходы, или как-то это похоже на них. Ну-ка. Ботинки-скороходы. Нифига себе. Как будто ты на коньке. А, должны быть коньки, а у нее не коньки, понятно. Они ее просто ролят. Эти скороходы сделали, как по сказке, я тебе говорю. Да. Вот это ты быстрый. Следующий Ignited Golden Freddy. Да-да-да. О! Поламатый. О, смотри, как он шагает. Быстро. Он и так медленный, а здесь вообще он медленнее стал. Гоню тебя. Это он на работу, Димас, идет. Да-да, а я иду, иду на работу через неделю. Я иду. О-о! Да ладно! Вот так вот. Вот так, да, можно даже. Хорошо. Это он с работы бежит. Да, это он с работы. До свидания! Ушел. Убежал. Да, сейчас он тут поставь. Выбежит. А не, я забыл это, ручку. Ручку. А ну давай, давай скримак нам зафигач. Ну-ка, да. О, он тоже какие-то волны делает. Он не может нас убивать, Димон. Может. Нет, нема скримера. А, ты нас пугаешь, Серега? Да. У него ладно. Не... Он добрый просто, он хороший. Кстати, вот навряд этот ли. Очень похож на вот этого. Да. О, это Фредди шляпник. Без уха. О, есть скример. А, ну примерно так же и желтый будет. Ну, да. Так, давай следующего. И последний. Давай. Креатион какой-то. Воу. Опа-на. Ребята, лайкосик. Как это? Все, он нравится. Смотри, как он Дима задней лапой помогает идти себе. Это вроде из пятого, да, ФНАФа, Димас? Пусть напишет в комментариях, я не знаю. Я не помню, как вот что-то... Смотри, как он идет и руками машет. Та-ра-та, как будто танцует. Он может по стенам лазить, смотрите. Офигеть, Диман, как Диман, ты узнал? Я так и знал, потому что он, видишь, как-то цепляется крюком своим. Офигеть, блин, можно теперь устроить... Кто быстрее ползает по стенам? Да, и препятствием сделать. Ну, мне кажется, этот пострашнее, чем Олтон Фредди. Этот Энда, или не помню, как его зовут. А ты можешь исчезать, ты пехаться? Я могу. Да, телепортироваться могу. Но тяпайте. Вместо того, чтобы становиться невидимым, я ползаю по стенам. Просто своими макарошками вот этими. Дима, что бы ты выбрал, телепортироваться или по стенам? Не, лучше тэпэхаться. Да, тэпэхаться, телепортироваться есть у меня. А по потолку ты можешь? Ну, не знаю. Давай проверим, лезь. Классно смотреть. На потолок тэпнись и это, и попробуй. А я пробовал сейчас, подожди. Давай посмотрим, как паук. Блин, типа потолку можно будет вообще сил. А не, жирный. Просто а не. Видишь, такого наклона нету, чтобы он перешел на стену. Мне кажется, можно. Давай, скримак. Да. Ух! Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Дима Покемон. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Диман, поздоровайся. Всем привет. Сегодня у нас необычная серия. Если пьете, кушайте, приятного аппетита.
а мы начинаем. Будем смотреть, какой же аниматроник самый красивый. Здесь встретишь очень редких экземпляров, которые даже не встречаются в обычных просто частях. Просто тут скрещивание, ребята, да, происходило. Здесь скрещивание произошло. Как будто, Дима, знаешь, у меня напитать какой-то алкаша валяется просто. Не трогайся, я ее повяжу. Кем его скрестить? Вот мне вот этот фрилайки ставит, типа, опа, давайте, ребята, лайк. Он такой, как будто стоит, здравствуйте, ребята, я вас давайте обниму. Ну, я бы такого аниматроника, Димон, бы не хотел обнимать, он какой-то стрёмный очень. А вот этого, конечно же, я обниму, иди ко мне, тебе. А чё танцует? Джаги-джаги? Хороший аниматроник. Это тоже. Смотри, какой ах ты, какой толстенький. За пузико тебя дай пощипаю. Так, это динозавр. Динозавр, да, здесь не только аниматроник. Ого! И здесь поставил. Ты что, во всему музею нафигачил? Да, смотрим, какой же самый красивый, ребята, давайте. Фокси. Фокси вообще классный. Прикольный. Я думал, тут больше аниматроника, он маленький. Смотри, волчара какой, а. Да, это Twisted. Так, давай сюда-ка. Опа, марионетка, ты что тут опять? Как-то странная у тебя поза, но мне очень нравится. Димас, тут куча проводов у нее. Смотри, у него с глаза, с глаз провода торчат. Димас, как будто, знаешь, типа в танцах. Смотри, как поставил руки. Ну, он флекси, Димон. Ну, интересно. А, интересно. Так вот даже смотри, получается вот описание. Это аниматроник раньше был ящерица, и потом превратился в птицу. Его переехал. И потом стал хуманом. Блин, прикольно. Взяли запчасти из велосипеда, из машины, из самолета, и скрестили с ящерицей, и получилось вот такая фигня. Да, Димон, тебе надо быть точно учителем. Димон Покемон учитель. Так, здесь у нас все, да? Пошли дальше. Да, здесь все, давай дальше. О, вперед. О, Димас, смотри, сколько слева аниматроников. Так, пошли. Очуметь. Давай в самый главный. Подожди, а там есть еще кто-то? Да, тут еще есть. Давай сюда еще сходим. А, ты хочешь... А что на маленькая челепиздриха? Димон, а где ты ее взял? Она грустная, да, немножко? Она грустная, она маленькая, она должна быть больше намного. Так, это продают игрушки здесь. Ага, это сувениры, ребята. Бонни, так что... Фредди, Голден Фредди. Надо вам сувениры? Обращайтесь к нам в Дискорд. Дадим. Да. Классно пропиарил, четко. Давай. Профессионалы. Так, сюда идем. Во, смотри, какие красавчики. Фантайм Фокси. Это сестры... Ну почему есть такие маленькие челепиздрихи? Где ты их? Ты их там нашел? С ростом человека, отлично. Классно сделано. Фредди, какой красивый. Прям можно, Димончик, зайти вовнутри все посмотреть. Воу, ребята, я, кстати, так ни разу не смотрел, сколько здесь проволоки внутри. Димас к Инарду заходил, у него тут просто все из проводов состоит. Ну если брать пилпак, ты намного больше будешь, Димон. Ага. Так, подожди, а тут мы всех осмотрели? Так, здесь мы все... Да... Да-да-да, здесь мы всех, и тут всех. Получается, что, Димас? Мы идем сейчас в самую классную комнату, где их очень много. Сейчас. Это самый сок, ребята, самая ягодка этого музея. Сейчас мы ее осмотрим и вам все покажем. Я кишки рассматриваю просто, понял в них? Ну, интересный, да? Ну да-да-да, мне интересно, как они внутри состоят. У каждого по-разному даже там все сделано. О, птица тут летающая. Так, ну что, Димас? Идем. Вообще вход с левой стороны. Ты где, кстати, куда пошел? Я специально пошел не туда. Вот. Давай, иди за мной. Так, кстати, ребята, в конце будет еще секретная комната с секретными аниматрониками. Смотри, как у Фредди глаза висят, прикольно. Я даже не обращал внимания. А есть такая моделька, да? Да, есть. Фредди. О, это, короче, который попрошайничает монеты. Монеты. Фаскоинсы ему требуются. О, гармошечник, как я всегда говорю. Я не знаю, почему мне нравится это говорить. Это Rockstar Foxy. О, у него по-другому, кстати, внутри все устроено. Давайте просмотрим. Во, классно. Да, интересно, интересно. Димас, давай дальше смотреть. Ну, здесь нунчаки также. Какие-то. Как это называется? Маракасы. А, нунчаки. Да-да, научаки. О, Димас, я гитарист, похож же. Димон, я думал, она живая. Она не живая. Говно, ты... Ты живая, что ли? Ты ее пнул? Она танцует чамбу. Ай, дерется. Ой, подожди, Диван, ты что, живых тут поставил? Да. Ребята, там живые аниматроники. Кстати, неожиданно, что в музее есть живые аниматроники. Анимированные, Димас, не живые. Сейчас мы проверим, ты подойдешь к ним и посмотрим. Ага.
Мы здесь вроде как одинаковые Фредди, но на самом деле у одного открытые глаза, у другого закрытые. И попугай еще. Это Фантом Фокси попугай. Что в них есть? У них столько механизмов внутри вообще. Да, хочу в попугай посмотреть, что. Попугай вообще просто палка и доска. Получился попугай. Ну-ка, дай посмотрю. Ну просто две палочки соединены. Ну, все, летающий попугай. Короче, Димон, я тоже могу попугаев делать. Угу. Смотри. Смотри, какие аниматроники. Во, это такой мужик стоит. Йоу, чувак, баблище есть. Что там? А это что такой? Валерун? Взлетни, да, как будто танцует, знаешь. Кстати, вон сзади эволюция аниматроников, ребята, видите на картинке? Нормально, да. Пойдет. Этих я помню аниматроников. Вот этих Димас, ты смотрел из FNAF 4? Это маска. Во, смотрел. Так. О, этот вообще. Йоу, мэн. Блин, ты столько здесь наставил. Я даже, наверное, всех, может, и пропущу каких-то. Блин, марионетка самая это красивая. Это из Хэллоуин FNAF 4, Димас. Не, Мангл красивая. Аниматроники слева. Во, я вот этого аниматроника не помню, Димон. Вот, и говорю, уже тут новые встречаются. Ребята, Димас, пишите в комментариях, знаете вы этих аниматроников или нет? Сейчас мы там еще посмотрим. Так, так, так. Ну. Вот, вот этот, блин, ну не по, вот этого я не знаю, Димон. Ну это Мангл, я понял, но я не видел их ни разу. Это Мангл, да, странновато. Слышь, ты чё так стоишь, тебе не стрёмно, не? Эй, это стоит, это чё? А зачем ты так, это такая есть статуя, или ты поставил? А, Димас, так, да, так все и запланировано, все так и должно быть. Я понял, Марина такая сидит, думает, боже, какие придурки, нож для писюн цеплять. А это такой, ладно, я пошел. Ага, подкрался. А ну, проверим, ты живой или не живой. Ого, вентилятор розовый, понял. Так, телефон, телефон. Так, давай вернемся назад, потому что там мы пропустили живых аниматроников. Димон, а он, если подойти, он убьет? То да. А зачем вы злобных поставили сюда? Это, Димас, так запланировано. Понял. А ты что тут бегаешь? Пердуть отвечает старый. Димас за анимированных аниматроников. О, бан, смотри, Димас, бан. Молот бана. Маринетка такая стоит. Че надо? Димас, кого тут? На, по башке, на. Кстати, по жопе, по жопе. Мангл. Нас забанил. Мангл красивая. Очень Мангл много. Мангл немножко сонная, правда. Но Диман, они да, что, живые? Дрожа, да, анимированные аниматроники. А вон сзади написано, что это вампир фиш. Это, короче, вампир рыба. Вампир рыба, Димон. Осторожно, это очень редкий вид, очень. Вампир. Ага, сейчас так, кусит, смотрим выключить. Здесь, башка. Даже искрят, Дима, с эффектами. Ну. Как... Вообще, ребят, вот в такой музей даже вот сходить хочется. Кстати. Мне интересно, в реальности есть такие музеи? Я бы сходил. Димон, мы можем здесь записать новую рубрику «Аниматроники в музей», поставить камеры. У нас вот этих вокруг колонны видел аниматроников? Это из FNAF 3-го. Вот это они какие-то Фантайм Фокси, Спрингтрап и Фантайм. Ух ты, блин! Я подошел. Знаешь, что Фантайм Фредди? Он все время вот так над окном крадется, так идет. Димон, посмотри у него, что внутри. У него кишки есть в животе. А так, подходим. Рыба. Вобла какая-то. Вот это страшилище. Блин, так ты же можешь и сдохнуть. А, я умер. Да блин, ты что? Он на расстоянии. Если бы я был близко, я далеко был, Димончик. Во, Димасик, давай, иди сюда. Аккуратней. Сейчас можешь еще умереть раз. Не, я боюсь их. Да, лучше обойди. Вот подойди, Диман, ближе. Я к желтому подошел, он меня убил. Не, Дима, спасибо, я не хочу. А, вон эволюция, видишь? Кошмара справа нарисована. Да, динозавры какие. Блин, красавчики вы наши, страшные какие. Так, Димас, ты запоминаешь, какой же аниматроник самый красивый даже? Да, я потом в конце скажу, а ребята напишут в комментариях. Ну что ж, ребята, вы готовы? Сейчас будет очень классная секретная комната, которую приготовил для нас Димон Покемон. В ней побывают только избранные люди. Я не хотел показывать эту часть ролика, но придется. Чё, закрыл я какой-то штуковину? Как будто я пойду... Воу, ну Димон, ты молодец, мне очень нравится. Вот это, смотрите, аниматроники какие.
Я вас не обманул, будет и красивые аниматроники. Смотрите, вы какие здесь они. Но они не участвуют в нашем обзоре. А я считаю, что должны тоже участвовать. Ну ты, Димас, сразу скажешь, что они самые красивые. Ну так, конечно. Нет, все по-честному. Во, этот аниматроника я не видел. Я даже не знаю, как он называется. А это пони, только без вот этого верха, понял? Не знаю, что, но у меня сразу такое какое-то имя. Стрёмный лось. Ну это не знаю, но как-то... Седой, посидевший. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отличное настроение. И сегодня мы играем в Гаррис Мод, и будем же смотреть, какой аниматроник самый быстрый. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Всем привет. На счет три. Раз, два, три. Я быстрее старт. Димон, ты меня догоняешь, ребята, Бонни быстрее. Димон, я думал, они одинаковые, ребята. Смотрите, Бонька быстрее. Ладно, понял. Ты тогда Бонни, Димон, оставь, я возьму другого аниматроника и посмотрим с этого бака, какой самый быстрый. Это будет логично. Хорошо, давай Фокс. А, Димон, смотри, кто у меня. А нет, все, не будем соревноваться. Давай без забора на счет три. И так будет нормально. Давай, раз. Давай. Два. Три. Три, давай. А я бегу за Фокси. Он так прикольно бежит. Трин-трин-трин-трин. Ребята, лайк за бег. А ты что, лунная поход? Лунной походкой. Я тебя быстрее. Ну что, Димончик? Да, ну видно, да. Да, Фокси, мы знали, что Фокси быстрее. Два тогда ты бери. Да. А я Фредди. Ага, давай, раз. Или давай беги, оно и так видно. Ладно, давай другого. Не будем бежать до конца, это смысла нет. Мы просто же выясняем, кто быстрее. Голден Фредди. Давай. Я даже быстрее задом бегу. Давай, давай, догоняй. А давай фору тебя дам, смогу догнать? Не догоняю. А не, догоняю. Это я прям. Они одинаково бегут или мы чуть-чуть быстрее? Да, они одинаково бегут, Димас. А ну давай еще чуть-чуть пробежим, подожди, я так и не увидел. А ну давай. Так, стоп. Я твой забор ломаю. Ребята, это смешно. Да давай беги, увидим и так. Нет, стоп, я знаешь, что хочу сделать? Вот так давай пускай. А, давай. Да ты беги, я за тобой буду бежать. Мы увидим и так, кто быстрее. Если я догоняю, значит я быстрее. Смотри, Димон, на писечку быстрее. Смотри, чуть-чуть обгоняйте, смотри. Ребята, я обгоняю его. Так, да бери обычного Фредди. Подожди, ты уже брал обычного Фредди, я его уделываю. Бери с другого пака. Да. Короче, Фокси самый быстрый. Быстрый, да. Из этого пака первого. Да ну это Челикс. Ничего себе, он стартанул. Не, я быстрее, я даже боком быстрее бегу. Класс. Ладно, давай... Мангл можно не пробовать. Да, это, ребята, конечно, можно не пробовать, она очень медленная. Она такая челиха еще та. О. Не, быстрее, видишь, даже боком бегу. Так, а давай Бонни. А ну давай. О, Бонни уже побыстрее. О, кстати, а ну давай беги, я буду за тобой, догоняю тебя или нет? Нет, Фокси чуть-чуть быстрее, Димон, смотри, на писечку, догоняю. Так, ну я знаю, я делал, кстати, ставки на Фокси. Ребята, давайте, пока мы не закончили эксперимент, напишите в комментариях, как вы думаете, какой аниматроник самый быстрый будет? Будет интересно почитать, потому что еще не закончен эксперимент. Давай. О, давай. Нет, все равно, видишь, Фокси обгоняет. Да. Знаешь, вот все, в принципе, осталось только... Ага, да не, это называется прощай. Блин, Димон, мне кажется, марионетку из FNAF 6 только там сможет сделать Бэйби. Че, как ее там Бэйби забыл? Не Бэйби ее зовут. Да. Так, давай, так, короче... Не, так ты бери марионетку, будем искать, кто будет быстрее марионетки или нет. Не? О, тоже быстрая. Так, это у нас второй пак. Возьми марионетку, а я буду Балорой. Давай, марионетку. Окей, давай, беру. Погнали. Раз, два, три. Нет, марионетка быстрее. Ух ты. Она намного быстрее, ничего себе. О, Димон, нет. Угон быстрый. А ну давай попробуем, смогу я тебя догнать или нет? Или ты меня догони? Давай. Так, как стоячего. Как будто я не бегу, на месте стою, ребят. Это классно. Давай, короче, давай дальше. Циркус Бэйби бедит, циркус. Бедишь в NFC Сарлокейшн? Да, вот. Во, уго кабаниха. Ну давай, я побежал. Ого, скорость! Одинаково, Димас. А, одинаково? А ты два на счет три. Да, я заметил. Раз, два, три. Да, ребята, одинаково бегут. Да. Не одинаково. Да, это видно, что одинаково. Ну ладно, кого еще взять? Давай с FNAF 6.
Вот, Scrap Baby. Я знал, что ее Baby, просто забыл, что Scrap. Вот мне кажется, она на конячках. Смотри, давай, беги, догоняйте или нет? Одинаково, Димончик. Да, одинаково. Одинаково, да, я вижу, ты не отдаляйся, не приближайся. А ну этот. Ого, он шагает, такие звук. Я догоняю тебя, Димончик, чуть-чуть, догоняю, догоняю. Нет, Scrap Baby быстрее. Нет, это я просто приостанавливаю. А, я понял, я понял. Понял, а ну этот. Ого, он побежал. Ну-ну-ну-ну-ну. Догоняй, не догоняй. Одинаково, Димончик. Короче, с FNAF 6 все одинаково бегают? Да, да, они все одинаково. Так, кто еще там есть? Так, Shadow Trap. О, он медленный, походу. Да. Да, я его уделываю. Так, с места я уделал. Зато Димас, он когда под землей бегает, он быстрее перемещается. Смотри, оп. Смотри, сразу. Ничего себе, так нечестно. А ну здесь вылези где-то. Ого. Смотри, не, ну конечно смотри, он... Оп, смотри, я буду там сейчас за 2 секунды. А ну давай проверим, кто быстрее. Димон, технически твой аниматроник быстрее. Да, если вот там, вот такой штукой, то да. Он блин, очень... он очень имбовый, он крутой. Значит, бери, Димас, из Sister Location Circus Baby. Она самая быстрая. И проверим, давай, взял. Вот этот или вот этот. Давай. Давай. Раз, два, три. Догоняешь? Не? Медленнее бегает? Нет. Так Бонни тоже медленный. Тоже. Очень быстро бегает, конечно, челик. Вот этот... Челиха моя. Блин, нет. Уделывает все. Димас так понял. Знаешь, что надо, чтобы вот тестер Circus Baby, а я буду из Twisted аниматроник. О, ребята, это новые аниматроники, и мы вам покажем их всех скримеры и как они бегают. Да, мы их еще ни разу не снимали, это первый раз они в нашем ролике. Так что по-любому мы покажем скримеры, но в конце ролика как бонус. Ну что, побежали? Раз, два. Нет, Димон, я догоняю тебя. Догоняю? Да, догоняю, догоняю. Ой, ты что, я испугался, это я изнутри себя увидел. Смотри, смотри, Бэйби догоняет. Опа, видишь, вот, Димончик, нет, она быстрее. Вокруг пиццерии. Ну давай, погнали, кружочек. А я бегу, бегу на работу в пиццерию. Чё, Димончик, видишь, какая она быстрая? Мне кажется, они одинаково бегают. Не, я тебя догонял по прямой. Это видно. Да? Да-да-да, чуть-чуть быстрее, вот как Фокси был быстрее. О, смотри, этот классный. Фокси. Давай. Да, Димончик, догоняй его. Смотри, сейчас перегоню тебя, видишь? Догоняю, догоняю. О. А эти один... Не, тоже догоняю его, Димончик. Тоже она чуть-чуть быстрее. Это разворачивался. А ну беги, догоню сейчас. Не разворачивайся только, а ну беги просто. Давай. Смотри, Димончик. По прямой тебя. Она быстрее. Так классно бегать аниматронику, который быстрее. Не, о, нет, это инвалидус. Он очень медленно ходит. Самые быстрые аниматроники. Кто из них самый быстрый? А, ну давай, вокруг пиццерии, погнали. Раз, два, давай. Три. Ну ты волчара еще тот. У него классный походняк. Ну, Scrap Baby его догоняет. Димончик, смотри. Скорочу, скорочу. Я первый. Видишь? Нет! Она что, самая быстрая из аниматроника всех? Это Circus Baby, это не Scrap Baby, это Circus. Я знаю, я знаю. Она самая быстрючая. Ты что, она всех уделала? А ну-ка, давай кто сильнее. Ах ты, блин, я испугался чуть-чуть, ребята, он реально испугался. Да, это было классно. Давай, короче, ты мне сейчас, короче, покажешь все скримеры, а потом я тебя побиваю, покажу тебе все скримеры. Так, давай, постобработку, потому что подзависает немножко. Это мотня. Так, давай. Ух, я даже не ожидал предупреждать, так у меня сжалось одно место. Так, давай еще показать. Ну, еще разок. Ох ты. Классно у него кариес на зубах. Мне нравится это. И челюсти боковые выдвигаются так, фу. И проволоку видно. О, классный такой. Это топово. Так, что ты всех уже показал или еще нет? О, а ну не убивай меня, я его рассмотрю. Ребята, смотрите, какой он классный. У него, получается, двойные челюсти. А крючок имбовый какой. Смотри, он в спячке. Он очень детализированный, очень. Димон, у тебя под хвостом говно какое-то. Вот и убери. Жопу не вытер. Убери. Ну давай. Смотри, как этот делает.
Прикольно. Типа, он здоровается, типа, хай. Этот спит. Ой, я не ожиданчик. Знаешь, как будто мне с головы прописал, так бух, типа. На. Угу. Так, что, всех показал? А нет, еще этот челик здоровый. Он все челюсти открывает, Димон. А ну дай за скриншотю, это топчик. А ну еще раз так нажми. Ух ты, а ну-ка. Скриншотик надо делать такого по-любому. Класс. Классный, да? Да, у него даже зубы в животе. Раз, два, три. Тройная челюсть квадратная. Блин, класс. Ты потом сам рассмотришь. Они реально крутые. Ну давай, мочи меня. На, вот этот скример такой был более интересный, но очень быстрый. Чёткий. Что мне нравится в этих демон-скримерах, они не орут, как чокнутые, знаешь, как пугают больше не скримером, а звуком резким. Тут именно картинкой пугают. Это классно. О! Кабан, у него челюсти просто жесть, они такие страшные. Мне нравится, как он уходит, смотри. Он очень медленно ходит, и размер ноги 72 у него какой-то. Да. Такой стрёмный челик. Ну, давай. На меня. Он меня сожрал. Так, ну что, это вроде все. А, вот еще волчара. А ну-ка. Я его рассмотрю. А как ты на четвереньках стоишь? Ты просто контрол нажимаешь? Ну да, пересит. О, у него с жопы провод торчит. Ну то ладно, может такие должны быть. Реально с жопы провод торчит. Ну давай, пугай меня. На меня. Вот это да, уже скример мы видели раньше, но это классно он, конечно. Так, давай теперь ты меня попугаешь. Да, давай. Я с удовольствием, Димон, это буду делать. Мне это нравится. Так, пилпак. Твистер. Погнали. Рассматривай его. Стой. А ты можешь какую-то способность показать на контрол? О, ты типа хватаешь меня. Да, ты типа... Поймаешь. Хочешь поймать меня? Мочить? Ну, давай, кушай. На тебе. У него, знаешь, как у него усы, как у кота такого. И ты и есть кот. Большой только. Ну чё? А, у тебя картинка, как и у меня, да, залипает чуть-чуть? Так, ты где? О, подожди, Фоксюшка. Я устал. Постою чуть-чуть. Вот это у него зубище. Так, там сейчас другие будут. У него прям в животе зубы квадратные. Вот, смотри, у него... Я прям в зубы запрыгиваю. Ну-ка, покажи способность. А вот, я уже нажимал, вот. А, он просто в спячке. Ну, давай, да. Кушай. На балде. Пасть открыл и меня прям запихнул туда. Вот это у него стрёмная пасть. Вот это сейчас будет стрёмная. То была не стрёмная, вот стрёмный. О, подожди. Вау, я в животе у него. Смотри на него, как он делает руками, себе челюсть раздвигает, смотри. Да-да-да. Опа. Опа, ничего себе, а я туда запрыгну. У него не воняет со рта, Димон? Не знаю, я не чувствую. Вау, вот это у него зубов. Ребята, кто... Давайте, пишите, сколько у него зубов, считайте. Мочить? Давай. На тебе! Он просто своей башкой на меня махает. Да, он типа прописывает с головы тебе. Вот этот челик вообще классный. Устал немножко, очень покажи, медленно. Покажи, как он ходит, Димас, покажи, как он ходит. Руки вперед вытягивает. А вот на контрол. Ну, маникюр какой, смотри, классный. Вот это у него еще тут. Ну-ка, сделай способность. Вот, контрол. О, показывает что-то большое. Это у него, конечно, ногти, ребят, смотрите, огромные ногти. Да. Вообще не стриктнера. Он аж мхом покрылся весь. Пророс уже. Давай, кушай. Есть такая буква в алфавите. И остался у нас волчара. Я сейчас, Димон, когда нажму на контрол, смотри, что у него там торчит сзади. Ну-ка. Ух ты, блин, ты меня испугал, Димас, не бегай на меня так. Видишь, провод с жопы торчит, тут специальный проводок. Посмотри, что у тебя внутри. Подожди, стой там. Так, ну что, нормально? У тебя много чего. Всякие легкие, тут голова. У тебя в голове ничего нету. Ничего, пустая голова. У тебя глаз один, короче, какой-то как гипноз какой-то делает. Да-да-да, он такой светится у него. Второй обычный.
и ты наполовину волк, а наполовину аниматроник. Это аниматроники, короче, превратили волка в этот... В аниматроника. Давай, хавай. На тебе. На, он мне рукой своей долбал. Да-да-да, он так делает, это эпично, конечно. Давайте пробежимся вокруг. Прям классно бежит, я за него еще не играл ни разу. Он просто, анимация, конечно, на высоте у них. Сделано, дайте твисты на аниматроники с душой. Ух ты, нифига себе. Я пришел пиццу кушать, давайте мне доставайте пиццу. Большую. Блин, вам нужен стол побольше. Давайте, давайте, время кушать. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас Каркарыч и Серега. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Сегодня у нас очень классная рубрика «Какой аниматроник само медленно бегает». Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Надеюсь, вам понравится. Вы поставите лайкосик, подпишитесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. И пишите свои идеи в комментариях. Мы будем, конечно же, записывать то, что вы пишете. Вот этот челик выиграет по-любому, потому что он это с шифтом. И мы будем выбирать победителя, который бегает именно с шифтом. А если без шифта? А, у него разницы вообще никакой нет. Быстрый, быстрый по сравнению с тобой. Давайте будем быстро чекать. Очень много у нас аниматроников. Мы сейчас найдем. Я знаю, с какой еще части будет... Вот, это тоже реально медленный. Вот этот, быстрый. Вот этот, да, нормальный. Шустрый засранец. А это шустрая засранец. Вообще, очень шустрая. Вот, Серега, кстати, в этом пилпаке есть реально медленный аниматроник. Сейчас я его тебе покажу. Где-то он тут есть. Это жесть, сколько мы их накачали. 1 000 000 штук, что ли? Ого, головешка. Ой. Может, с... А, ну с контролом это ж не бег. О, с гитарухой. А, мы сейчас дойдем до кошмарных. Там есть медленное. Так, вылази. Ой-ой-ой, он очень быстрый. Вылази. Реально очень... Шустрые быстро. Все. Да-да-да, не-не, есть тут реально. Они по-разному бегают. Не, Серега, скорость у всех разная. Я вылажу, да, там? Вот так видно. Ну, вылазь, морда. О, так. Вылез. Я смотрю. Вылезла. Чика, прикольно. Да не, ну быстро. О, побежала, побежала. Ну, пашет нормально. Смотри, как Фокси вылазит, прикольно. Чпоньк. Ну, Фокси всегда быстрый. Всегда он был очень шустрым. Так, это будет расшатываться. Серега, ты заметил, что обновили текстурки? Теперь вообще намного круто смотрится. Да, есть такое. Более блестяшек добавили, что ли? Дискотека! Шустрый, так прикольно бегает. Ну, этот по-любому будет тоже быстрый. А, не, хотя это какой-то... А, это эндоскелет... А, нет, это... Это манглиха. Ну да. Полу-непонятная. Оп. Майкл Джексон Мария ролит. Нетка. Ну да, она тоже очень шустрая. Вот этот, возможно, медленный. Да нет. А нет. Опа. Голден Фредди прибежал. О. О, Серега, смотри. А ну давай, это то... А, ты с шифтом. Ребята, еще да, один претендент на самого медленного аниматроника. Все-таки мы нашли более медленного, медленнее, чем этот. Но все-таки... Ты как старый дед, знаешь, это ходишь. А представь, сейчас еще медленнее есть. Да. Ну, смотри, тоже прикольно медленно бегает. Ну, а с шариком? Серега, вот с шариком и с шифтом. А ну давай рядышком встаем. Стой, стой, стой. Раз. До стенки. О, два до стенки. Давай, я могу тэпэхнуться. Не могу тэпэхнуться. Могу зато быстрее тебя бегать. Так, давай. От стены до стены. Бежим до самого конца, да? Да. Раз, два, три. Не, я быстрее, по-моему. Да ладно! Балун Бой медленнее оказался. Да, ты обгоняешь меня. Не отпускай, не отпускай. Это у нас очень сложные гонки. А без шифта? А, у меня тоже шифт как бы не работает. Блин, все Серега. По чистоку. Да, круто. Балун Бой пока мисс побеждает. Так, теперь ты его бери, а я буду других сравнивать с ним. Потому что он реально очень... Не знаю, за него играть я больше никогда в жизни не буду. Потому что такой медлительный кусок говна.
Давай. Да вылази, говнище. А, это просто говняная шкатулка. Очень быстрая. Да, это тоже пиздрик быстрый. Ого. О, смотри, Серега. А я иду, иду. Да, я обгоняю тебя. А если у меня есть другой... А, это же быстрый режим, а это медленный режим. А ну стой, верни мои шоколадки. Так, давай, Серега, дальше будем тестить. Все-таки мы наш... А вот это... О, кстати, тоже медленная. Не, ну она быстрее. Да, я тебя обгоняю на изично вообще. Во! Приближаешься тоже. Тоже. Ну, немного помедленнее, но она побыстрее. А я иду Сережку обгонять. Сегодня песенки пою, настроение классное. Так, очень быстрый. Ой. О. Да я пошутил, то я без шифта нажимал. Так. И вот это чили-пиздрик. Погнали дальше. О, кстати, тут тоже медленные есть. Чика. Встаем, встаем. О, эндоскелет. Но он быстро будет бегать. Ну да. Чили-пиздрик быстрый очень. Ну про Фокси вообще. О, да что со мной? Че меня током бьет? Серега, смотри. А, не, быстро хожу. Ты, я думал, что я так медленно. Я тоже так могу. Да, быстро бегает. Да хватит дюдюдюнкать. Быстро бегает. А вот этот Фредька еще быстрее. Быстро. О! О! Мне нравится! Меня даже кекс обгоняет! Даже бездог какой-то чили-пиздрик тебя обгоняет. О, так далеко очень, нет, так неинтересно. Давай, иди сюда. Вот ты-то я мочу, нормально бегает. Анимация у всех разная. То есть какой-то Фокси реально медленный среди всех, кого я играл. Так, это робот с Fallout. Это будет быстрая по любасу. Ты что, она психичка? Я ж помню, она была одна из победительниц самых быстрых. Обезбашенная, да. Точно. Гренни мы не проверять не будем. А я тарахчу и головой верчу. Обгоняй тебя наизично. Во, Серега. О! Я не понимаю. Давай, короче, возле тебя сейчас встану, давай. Раз, два, три. Одинаково, по-моему. Да, одинаково, Димас. Да ладно, серьезно? Мне кажется, ты меня обгоняешь чуть-чуть. Сверху глянь. Да я боком как-то иду, когда сверху смотрю. Что такое? Как это за богости? Серега, мне кажется, одинаково? Да. Не обгоняешь? Не, да, одинаково. Хорошо. А, это психичка. О, это безбашенная. Прикольная анимация. Ездение на роликах. О! О! Как эта анимация странная. Давай. Раз, два, три. Нет, ты прыгаешь, ты быстрее. Видно. Намного быстрее. Аж на шкатулке сзади какая-то штуковина там отходит. Это быстрая. Скраб бэйби. Стерлинг, бэйби. О, ладно, я пошутил. Не-не-не-не-не. Нормально ломанулся. Так. Давай, давай. Серега, смотри. Это именно... Не, ну я намного быстрее хожу, чем ты, по-любому. Вот этот аниматроник выиграл. Потому что он не может ходить. И получается он самый медленный. Ого, псих. Так. Быстрее, да, тебя? Ну-ка, shift. Так. Быстро, быстрый. Ну, это один и тот же, да. Так, FNAF 6. Во, кстати, а, нет, это быстрый. Ля-ля-ля-ля-ля, чили-пиздрик я.
иду. Ого, Серега! Чё за баг? Ух ты, ё-моё. Вот это у него анимация ног круто сделана. Психичка. Маракасами, парахтим. Это не то. Да-да-да. О. Ну я быстро хожу. На одну ногу так прикольно опирается. Пропустил. Тоже очень быстрый. Балунбо, мне кажется, побеждает. Походу, да. Да, а этот бежит на работу в пиццерию сюда. О! Нет, тоже реально не, быстрый. Быстрый. Это психичка тоже. Кстати, извинили, текстуры более детализированно еще лучше стало. Шустрый, шустрый. Да. Слендера не считаем. Это тоже быстрый здесь. Знаете, почему проверяю всех? Потому что, может, я забуду какие-то, или бывает обновили, и все, и она уже медленно ходит, или он, или оно. Эндоскелет. Реально быстрый. Балунбой пока мисс побеждает. Ну и яйцо какое-то, да, вот то? В животе. Да, ты яичный яйцо. Живот. Тут тоже быстрое. Очень быстрые крячки. Нереально быстрые. Прикольно. Во, вот этот вот, мне кажется, будет медленный. Или, не, я быстро. Чё ты смеешься? Я же быстро хожу, да? Карапуз даже быстрее меня. Это прикольно. Быстрый. Ой, ну это уже однозначно. Реально быстрый. Вот все из этого пака быстрые. Все, да? Хорошо. Да. Серега вейпит, я слышу. Не вейплю, а парю. Так, ну что, ребята, мы посмотрели всех аниматроников. И мне показался, и вообще на самом деле так и есть, Балунбой победил. Он оказывается самым медленным аниматроником. Ну и вместе с яйцом, потому что у них все наравне. Ну а напишите в комментариях, какой вообще аниматроник вам больше всех понравился. И я, друзья, что уж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!